А мы находимся на Городецкого 5 в кинотеатре «Украина». Приехали на предпоказ фильма «Прихованная краса». На русский, если перевести, то это... Давай отойдем. Если на русский перевести, то это «Прихована». Скрытая красота. Красота. Да. Вот. Посмотрим фильм. Это мелодрама с очень классным актером. Я его очень люблю. Каким? Уилл Смитом. Очень классный. И Кира Найтли. Тоже очень классная актриса. И я всегда сужу фильм вообще по актерам. Если снимаются очень классные актеры, я думаю, что и фильм будет классный. Поэтому посмотрим. Но это мелодрама, так что я не знаю, насколько папе понравится или нет. Этот актер мне тоже нравится, я думаю. Мы вам потом расскажем, оставайтесь с нами. Конечно, не предать той красоты, которая есть на самом деле. Но Киев шикарен. Он такой красивый. Мы сейчас едем домой после фильма и остановились. Класс. Тут, кстати, часто катаются с горок. И тут очень сумасшедшие горки. Я не знаю, тут не видно, наверное. Они очень крутые, когда много снега, тут есть такие экстремалы. По поводу фильма. Мне фильм понравился, но скажу честно, слегонца затянули. Мне в какой-то момент стало слегка нудно, но так должно быть, потому что это мелодрама, это не экшен. И фильм из тех, которые заставляют задуматься. А это в наше время очень важно. И там было три составляющих в фильме. Любовь, время и смерть. Я не буду больше ничего говорить, потому что я хочу, чтобы вы пошли и посмотрели, потому что я смотрела с мужем, и он тоже оценил. Хотя вы же знаете, да, мужчины, они не любят мелодрамы. Вот. Папа ставил себе 5 копеек. Вот. И я думаю, что стоит пойти посмотреть даже с мужем, если, конечно, он согласится посмотреть мелодраму. Но актеры классные, поэтому они вытягивают очень много на себя. Вы знаете, если у вас есть дети, то обязательно стоит посмотреть. Вот прям обязательно. Больше ничего говорить не буду, потому что я рыдала. Если я вам больше скажу, то вы вообще все поймете. Поэтому советую к просмотру. Биби! А ты куда хочешь поехать? Мама. Кушать? Биби, это знаете что? Это сесть в машину и поехать, а мама это в кафе. Он полюбил кушать в кафе, потому что там игровые комнаты. Да, Дим? Да. Давай одеваться. Да. Ты писать хочешь? Нет. У нас тут новомодные трусы, сейчас вам покажу. Вот такие вот. Я Диме говорю, иди к елочке. Он подошел, чтобы я фотографировала. Фотографирую. Я, кстати, видите, вешалку перенесла. У нас много их. И у нас гардеробная комната. Но вещей так много, что они все не помещаются. И самые основные, которые мы с мужем носим, я перенесла сюда. И туфли тоже. Свои любимые самые. Хотя сейчас не сезон, но когда я хожу куда-то там по заведениям разным, то я одеваю туфли. А потом болею. Видите как? Вот. И сейчас будем убирать, потому что дома бардак. Видите? Все раскидано. Это просто капец какой-то. И вот сзади у меня памперсы, которые на днях уедут к своим хозяевам. Ой. Девчонки, смотрите, что нам прислали на обзор. Это деревянные игрушки фирмы Эмби. Их 16 штучек. И тут Никины фломастеры для того, чтобы мы их разрисовывали. Николя, покажи, что мы уже разрисовали. Я в Instagram Story показывала, у нас был замечательный вечер. Мы хохотали. Покажи. Да, это мой олень. Тут глаз поплыл, он как будто плачет. Вот, можно, видите, разрисовать с двух сторон по-разному. И это Никина снежинка. Да, колокольчик. Ника, покажи папиного экстравагантного оленя. А вот так вот у нас художеством занимается папа. Ну, мы, в общем, реально очень смеялись, и это занимая детвору. Демке, конечно, мы не давали, он спал. Вот, но у нас папа заменил Дему по рисованию.
И сейчас занимаемся дальше разрисовкой, фломастерами. Кстати, можно красками. Лучше всего акриловыми, потому что они будут больше, такие более яркими. Но вот эти вот фломастеры, Николь, ты не помнишь фирму? Она говорит, что... Почем мы покупали? 35 гривен. Недорогие, но очень яркие. 18 фломастеров. Да, видите, очень яркие. И отлично разрисовывают. Причем самое интересное, что потом, если вам надоело, то вы можете закрасить акриловыми красками. Будет вообще очень здорово. То есть несколько раз. Сегодня получила несколько посылок, решила сразу вам показать. Тут как сладкие, так и одежда. И одна вообще очень интересная. От Дирол. Ее привез курьер, и тут помимо жевательных резинок пригласительный Дирол совместно с группой Otterwald. Да, я, кстати, не знала эту группу, надо будет послушать, а послушать смогу завтра. Жевательные резинки и Powerbank, чему я, кстати, была очень рада, и увидела его в самую последнюю очередь, и радости не было предела, хотя в доме уже их несколько штук, одну подарила Тоня, одну брат, и вот сейчас еще одна, но они лишними не бывают, потому что они нужны каждому в семье. Следующее, ух ты, морозная мята, как раз сейчас, к зиме. Следующее это... это одежда. Одежда я заказала для Диомы и для Софии, то есть для Дашиной дочери и для своего сына. Мне очень нравится эта компания, я уже показывала, что мы с мужем когда-то купили Диомке спортивный костюм, я очень осталась довольна качеством и фасонами. Заказала через Инстаграм. У них две маечки, они стоили, по-моему, по 100 гривен, да, и вот тут вот нам прислали комплимент. То есть дополнительную маечку. Это даже не маечка, она с длинным рукавом, что, кстати, меня радует. Это хлопок, очень такой приятный к телу, мне нравится. Спасибо вам большое, если вы меня смотрите вдруг. Вот, комплименты всегда хорошо. А тут заказала два цвета, для Софии розовый и для Демки вот такого вот мятного цвета. Ой, что это такое? Ага. Бумажка какая-то. Чтобы они, когда гуляли вместе, так как мы часто гуляем в парке, то чтобы были такие, как в одинаковых таких футболках с длинным рукавом. Вот, это 98 размер, я думаю, им как раз на весну будет. И я рада, что заказала, ну, 100 гривен, я вообще считаю, отличная, отличная цена и для хорошего качества. Поэтому, если что, вот, обращайтесь. Тут 100% хлопок. 98 размер, видите, стоили они по 140 гривен, но я попала как на распродажу и забрала их по 100, плюс еще одну получили, я же говорю, в виде бонуса. Ну и последняя коробочка, которую дети уже начали разорять, потому что это сладкая коробка, это фирма Choco Smile, вот, и здесь 4 набора. И два шоколада. Вот тут один дописали, потому что это, как я понимаю, такой тоже бонус. Вот. Очень приятно дарить такие подарки. Сладкие, то есть тоже в виде комплимента. Даже учителям, воспитателям, кому угодно. Вот. И приятно, когда это не просто плитка шоколада, а когда это вкусная плитка шоколада, потому что это действительно вкусный шоколад. Ну и когда это к празднику. Вот, с Днем Святого Николая. Видите, как красиво. Вот, дальше. С Новым Годом. Тут такие маленькие плиточки. Когда вы открываете, то есть тут уже они еще упакованы. Опять с Новым Годом, Рождеством Христовым. И вот такая вот большая. Большая такая плиточка, тоже с Новым Годом, Рождеством Христовым. Вот. Такая увесистая. Класс. И сейчас я вам скажу по ценам, чтобы вы уже ориентировались. Вот эта вот плитка стоит 180 гривен, я уже посмотрела. Вот. Тут 200 грамм. Потом по 120 это вот эти вот. Вот. И... 80 гривен стоит вот такая вот. А вот такие вот плиточки с шоколадом стоят по 50.
Вот. Но поверьте, они того стоят, потому что это как презентация очень красиво смотрится. Но тут самое главное еще, наверное, вкус шоколада. Шоколад действительно очень вкусный. Я хвалю не зря. Попробуйте. Это мой любимый. А еще я вот этот сама сделала. Тут домик, калитка. Деревце вот. И надпись 2014. Это делано на 2014 год. Вот саночки с подарком. Это, кстати, ручная работа. Когда мы были на фабрике елочных игрушек, то там покупали и делали шарики. Теперь я знаю, как делать шарики. Демидушка! Демидушка! Солнышко! Ты наше солнышко, да? Нет. Нет? А чье ты солнышко? Папа. Папина? Да. А мамина? Не папа. А почему? А я тебя тоже люблю. А сестрички? Нет. Ну почему? А бабушку любишь? Нет. А дедушку? Нет. А Петю? Нет. И Петю не любишь? Нет. А кого ты любишь? Папа. Папу любишь? Демушка, ну мы тоже тебя любим. Да. Да. А ты нас любишь? Демушка, тебе сколько годиков? Два годика и 3 месяца. Да? Да. Да, скоро Новый год. И Дема, это уже второй Новый год в его жизни. Да, Дема? Да, а мам. Да, а мам. Ну, понятно. А мам. Дема будет а мам. Мы болеем. Демушка. Демушка. Дема. Дем. Дема. 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 Ку-ку. Нет. Тебе не мешать? Нет? Ну ладно, не буду тебе мешать. Ну знай, что мы тебя любим. Понял? Дем, ты понял? Дем. Демид. Мы тебя любим. Да. А ты нас любишь? Да. Спасибо, мой хороший. И Петю любишь? Да. Сильно? Папа. И папу любишь? Да. А кого еще любишь? Маму. Маму? Да. А Никулю? Никулечку. Любишь Нику? Любишь Нику? Да. Любит Нику. Петя. И Петю любит. Дем, а что это у тебя? Так. Что это? Петя. Птички поют, да? Да. Кра. Тук-тук. Кра-кра. Тук-тук. Кра-кра. Кра-кра. А при чем тут трактор? Смотри, у нас еще есть птички. Еще есть... Это море. Помнишь, что на море был? Да, это море так шумит. Вот так вот, да? Да. Тебе страшно? Букака. Нету тут букашки. Не надо бояться, это же море. Море приятное, оно теплое, оно ласкает. Слышишь, как волны плещутся? Да. От берега. Ты хочешь на море? Да. Поедем. Ты был маленький, когда мы были на море. Тебе было 9 месяцев? Да. Поедем? Почему? Давай мы посмотрим, что у нас тут еще есть. Давай? Да. У нас еще есть... Ой, сверчок. Да? Нравится? А нет. Не нравится? Нет. А что нравится? Что тебе включить? Море. Море, птички, сердечко, музыка. Что тебе оставить? Ой. Море? А что? Птичек? Нет.
Сердечко? Есть. Музыку, да? Да. Так скажи, музыка. Вот это. Музыка. Ты песенку поешь? Колыбельную? Да. А ну спой. Спой. Пожалуйста. Нет. Ну спой маме колыбельную. Тихо. А что тебе включить? Трактор? Ну это ж тебе не мультик, чтобы ты трактора включать. Вот любитель тракторов. Не-а. Что тебе включить? А, мама! Ну не кричи, не кричи. Давай, показывай, что тебе включить. Сердечко. Птички. Шум моря. Опа, все. Надо же аккуратно с вещами обращаться, правильно? Он где-то отходит. Улез, да? Мама! Да! Мама! Да, дай ты. Руки мои. Мои пальчики вкусненькие. Съем тебя. Прям съем тебя. Ну, пожалуйста, можно я тебя съем? Нет. Ну, хотя бы кусочек тебя. А ушко можно съесть? Нет. А пальчик? Нет. А пальчик нет? А что можно съесть? А поцеловать можно? Нет. Ну, хоть что-нибудь дай мне. Дё. Нет. Ну, пожалуйста. Мама, нет. Ну, почему? Ну, мама, нет. Ну, я очень хочу. Нет. Хорошо, хорошо. Психтаблетка. Мама. Да. Мама тут лечится. Да. Ну что? Давай сам. Давай. Неть. Почему? Любимое слово. Неть. Неть. Ай. Печь. Вот так? Нет. Вот так? Птички. Птички. Бай. Бай. Нет. Давай я тебе бай включу. Бай. На. Бай. Танцует, Дёма, танцует. Бай, бай. 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 Колыбельная. Нравится? Да. А теперь потанцуй маме. Потанцуй маме. Вот так, вот так. Жопкой, да? Чего танцует жопкой? Ты чудо мое. Птичка, да? Вот так машет крылышками. Вот так, вот так. Вот так. А, это пчелка. Пчелка Майя, да, девочка? А это кар-кар ворона. Не бойся, не бойся. Все, полез на меня.